Здравствуйте. Россияне, которые находятся на карантине, смогут оформлять больничные дистанционно. Соответствующее постановление правительство страны подписало накануне. Изменения коснутся граждан, которые вернулись в Россию из стран с неблагополучной эпидситуацией и проживающих с ним людьми. О социальных выплатах и мерах профилактики поговорим в прямом эфире. В гостях управляющий Ставропольским региональным отделением Фонда социального страхования Александр Писаренко и главный внештатный эпидемиолог Минздрава Ставропольского края, заместитель главного врача Ставропольской психиатрической больницы по эпидемиологическому обеспечению Николай Пелих. Здравствуйте. 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 Больничный лист будут оформлять в электронном виде в Фонде социального страхования. Расскажите, пожалуйста, о процедуре, Александр Александрович. Немножко уточнюсь. Больничный лист в электронном виде открывает медицинское учреждение. В системе вот этого временного порядка, который принят 20 марта, зарегистрированы три медицинских учреждения Ставропольского края, которые будут генерировать те самые больничные листы в условиях временного порядка. Фондом социального страхования созданы ресурс «Личные кабинеты застрахованных», где через авторизацию на портале госуслуг можно подать заявление на открытие электронного больничного удаленно. Если вдруг человек не зарегистрирован или учетная запись не подтверждена? Если человек не зарегистрирован или учетная запись не подтверждена, от его лица может подать любой человек, имеющий эту запись. В карточке, которую в интерактивной форме, указывается признак, что вместо кого подается это заявление. Плюс согласие гражданина, в отношении которого будет открываться электронный больничный лист. В течение какого срока, наверное, самое важное стоит отметить, что это для тех людей, которые приехали, да, из-за границы, какие подтверждающие документы, сканы, копии или отправлять почтой, какие вот дополнительные условия? Временный порядок касается не только граждан, которые въехали за границы. Временный порядок дает право открытия электронных больничных также гражданам, совместно проживающих с гражданином, приехавшим из-за границы. Для той или иной категории представляется определенный перечень документов. Для того, кто въехал, это сканы проездных документов, скажем так, фотографии, которые можно сделать с мобильного телефона, того же, с которого подаешь заявление. О пересечении границы, отметки, проездные документы. Для того, кто проживает совместно с гражданином, приехавшим, это документы, подтверждающие совместное проживание. Это паспорт, если есть прописка, домовая книга. Исчерпывающий перечень документов не определен. Если возникают вопросы, мы можем дополнительно попросить человека какой-то документ представить. После того, как подано заявление на этот ресурс, уполномоченные медицинские организации нашего края, которых я сказал, их три у нас, Ставрополе, Пятигорске и Буденновске, скачивает информацию, и тогда они уже, минуя Фонд социального страхования, владеют информацией, что есть заявка на открытие больничного листа. При условии заполнения всех полей, необходимых для открытия больничного листа, уполномоченная медицинская организация этот лист открывает. Уже мы, в свою очередь, используя нашу систему электронных больничных, она у нас единая, база единая, сервер в Москве, то есть все больничные листы аккумулируются на одном сервере. Мы скачиваем своих граждан, которые попадали в наше медицинское учреждение, и производим напрямую оплату этих больничных листов. Дальше уже наша ответственность – связь с работодателем, получение от него необходимых сведений для расчета и исчисления суммы пособия. Пособие выплачивается в два этапа по истечении 7 дней. Один платеж. Такой, как авансовый, да, получается? Он не авансовый, он промежуточный, скажем так. Предполагается, что человек может находиться в сложной финансовой трудности испытывать, и решено было правительством разделить на два платежа. И завершающее перечисление на 14 дней. На 14 день производится. В настоящее время уже через личные кабинеты поступают заявления. Уполномоченные медицинские организации установили у себя
необходимые автоматизированные рабочие места, которые позволяют работать в этой системе. То есть старт дан. Сейчас уже мы регистрируем поступление больничных листов по этому временному порядку. Хочу обратить внимание, что граждане имеют право на открытие больничных листов, которые застрахованы в системе обязательного социального страхования. К примеру, много вопросов от ИП. То есть сам ИП, он страхуется по данному виду страхования в добровольном порядке. Большинство индивидуальных предпринимателей вне этой системы. Угу. Если он использует труд наемного работника, он обязан его застраховать. Сам себя он может не страховать. И большинство таких у нас граждан, индивидуальных предпринимателей. Поэтому... Может ли он в экстренном порядке получить сейчас полис и, соответственно, электронный больничный? Дело в том, что чтобы возникло право на получение пособий по социальному страхованию, он должен уплачивать страховые взносы за предшествующий календарный год. Естественно, сейчас он не подпадает под... Стоит есть, позаботиться о таком, да, заранее. То же самое самозанятые, адвокаты, нотариусы. То есть это касается большого количества людей. И хочу на этом также заострить внимание, чтобы... понимание было этой ситуации. Николай Леонидович, вся эта процедура происходит для уменьшения, наверное, да, нагрузки на плечи врачей и ради самоизоляции. Вот как вы считаете, самоизоляция – это действительно самый действенный способ профилактики сегодня? Ну, сейчас в этой ситуации, которая наблюдается, это, пожалуй, один из основных методов сдерживания эпидемии. Вот он наиболее уместен, и все это делается правильно и своевременно. Вот, разобщение... для врачей, прошу прощения, насколько освобождает это, может быть, время для занятий там, или для посещения здоровых пациентов? Да, то есть прежде всего, вообще как бы основная задача сейчас при этой инфекции, при инфекции, которая имеет воздушно-капельный путь заражения основным, да, распространение, это наиболее эффективная мера. Вот, она позволяет сдержать эпидемию, она позволяет снизить нагрузку на учреждения здравоохранения. И, соответственно, ну, при этом наши больницы и поликлиники будут просто иметь возможность работать. У ребенка в школе продлили каникулы. Это сегодня, мне кажется, такая важная тема для многих жителей Ставропольского края. Может ли мамочка взять больничный, вот как по уходу с ребенком, тоже вот с помощью такой же процедуры электронного документа оборота? Смотрите, у нас тоже на нашу горячую линию поступает много обращений по этому вопросу. Хочу сказать, что в настоящее время на территории нашего края по оперативной информации дошкольные образовательные учреждения продолжают работать в ограниченном режиме. То есть кто имел возможность не приходить в детский сад, они остаются дома. Для тех родителей, у которых нет возможности или не с кем оставить, оставили окно, согласно которым они могут ребенка отвезти в детский сад. В случае, не дай бог, конечно, если карантин будет объявлен в каком-то из дошкольных образовательных учреждений, который будет объявлен по предписанию главного санитарного врача, лица, которые, возможно, имели контакт с инфицированным больным, безусловно, имеют право на карантин. И тогда уже родителям этого ребенка будет открыт больничный лист по уходу на весь период карантина. Повторюсь, на сегодняшний день дошкольное образовательное учреждение не работает в режиме карантина. Такая вот семейная гигиена. Если ребенок дома с мамой, с папой, папа посмотрит, заставит там помыть руки, не будет бегать с ребенком на там, не знаю, детской площадке, где большое скопление людей. Как проследить за ребенком, чтобы он соблюдал определенные меры гигиены? Ну, видимо, ребенка нужно просто воспитывать соответствующим образом, да, приучать к тому, чтобы он знал, умел и мыть руки, да, умел мыть руки и знал, что это делать необходимо. И делать это как можно чаще. То есть все как бы очень просто. Такие меры-то нам давно известны, да, и их нужно просто соблюдать, выполнять.
вот вы как говорите о воспитании детей, там, заботиться, может быть, даже о документах своих заранее. Также и Ставропольский край был готов к электронным больничным и к прямым выплатам. Можно сказать, да, что вот регион, ну, ничего такого там сложного и не было в новой процедуре, потому что, в принципе, все уже готово, база подготовлена. Что будет в дальнейшем, когда ситуация наладится? Можно ли будет таким же образом получать необходимые документы вот, социального характера? На сегодняшний день временный порядок по выдаче электронных больничных утвержден на период до 1 июля 2020 года. То есть предполагается, если ситуация нормализуется, временный порядок прекратить свое действие, дальше мы уже будем работать в обычном режиме. Безусловно, правительство Российской Федерации оставляет за собой право продления этого срока в случае неблагоприятных, скажем так, неблагоприятного течения обстоятельств. Что касается электронных больничных, то эту программу мы начали внедрять же не сейчас, она у нас уже идет несколько лет и вполне успешно. И с каждым месяцем, днем количество, вернее, доля электронных больничных увеличивается. То есть, безусловно, мы к какому-то времени перейдем 100% на электронный носитель по выдаче больничных. Кроме того, те самые прямые выплаты, о которых мы ранее говорили, у нас с 1 июля наступают в Ставропольском крае, когда мы можем без страхователя, работодателя напрямую выплачивать пособия нашим клиентам. Поэтому на этом не останавливается. Естественно, мы будем наши сервисы делать более доступными и более и возможность удаленной работы с нашими клиентами будет развиваться. Охотно ли работодатели идут на новую систему электронного больничного? Это все-таки нововведение. Чаще всего и бухгалтерия требует обучения, новое, может быть, программное обеспечение? Сейчас все бухгалтерские программы, которые действуют на территории Российской Федерации, адаптированы под использование электронных больничных и под прямые выплаты, формирование реестров. Крупные работодатели, работодатели бюджетной сферы, они, в принципе, уже готовы работать в новом формате. Если затруднения будут у малого и среднего бизнеса, естественно, мы к каждому дойдем и поможем, расскажем, каким образом работать в новой системе. Единственное, что сейчас мы информирование переводим в новое русло. Если мы планировали проведение расширенных семинаров, совещаний с личным присутствием бухгалтеров, работодателей, сейчас мы прорабатываем вопрос по переходу на вебинары, на дистанционное обучение. Это новый тренд, наверное, сезона и в обучении школьников? Ну, это неизбежно, потому что, ну, тем более инфотехнологии дают нам такие возможности, поэтому мы сейчас оцениваем возможность проведения. Тестовое семинар-совещание уже на этой неделе состоится. Отработаем подключение также региона куратора, это Белгород, вот тех самых компаний, которые предоставляют услуги по настройке и сопровождению бухгалтерских программ. И совместно с ними организуем такие вебинары. Думаю, они будут также востребованы и позволят нам, несмотря на возникшие трудности, перейти вовремя на новый формат выплат пособий. Николай Леонидович, врачи еще не переходят на общение в интернете с пациентами? Ну, насколько это возможно, переходят. Но говорить о каком-то широком переходе на такое общение, наверное, пока еще преждевременно. Не могу не все-таки, спросить. Все-таки врач, извините, должен видеть больного перед собой, чтобы поставить ему диагноз, правильно обследовать и назначить правильное лечение. Не могу не спросить о сезоне ОРВИ. Весна, сейчас больше заболеваемость, или все-таки уходит большое количество заболевших? Есть ли у нас не то чтобы цифра, а может быть сезонность в марте? Стоит ли еще переживать? Переменчивая погода. Погода переменчивая, теплеет, да, то есть сезон гриппа и ОРВИ как бы уходит, да, то есть заболеваемость идет на спад и должна снизиться. Вот, но в нынешних условиях, вот несмотря на это снижение заболеваемости ОРВИ,
очень важно продолжать соблюдать все меры профилактики воздушно-капельных инфекций, которые нам всем известны. Да? Я предлагаю их перечислить. Лишним не будет напоминание. В нынешних условиях очень важно, начнем с простого, да, мыть руки. Мыть руки как можно чаще, поскольку воздушно-капельные инфекции в большинстве своем передаются не только через воздух, но и через контаминированные, загрязненные руки, да, когда мы нечаянно касаемся непроизвольно своего лица, вот, при этом может происходить заражение. Это самое простое. Далее, соблюдать так называемый респираторный этикет. Чихать, кашлять не в ладошку, как это чаще всего происходит, да, а вот таким образом в локоть. Это как модный танец в интернете. Понимаете, в нашей жизни сейчас некоторые новые детали поведения появляются, к этому нужно привыкать. Ну, мне кажется, еще такой культуры нет, чихать вот таким образом. Да. Я, по крайней мере, не замечала. Это редкое явление, но вот нужно, чтобы... Это для того, чтобы руки были оставались чистыми, да, вот ладони? Да, да, для того, чтобы... Все правильно. Все правильно. Вот, далее, что еще нужно продолжать соблюдать? Нужно избегать многолюдных мест, да? А если уж вам необходимо выйти в такое место, где много людей и много... возможных контактных, да, с возможными источниками воздушно-капельной инфекции, вот, то в таких случаях нужно использовать маску, обычную маску. Вот, по поводу того, защищает маска или нет, много вечные разговоров. Споры. Вечные споры. Но, наверное, здесь не нужно впадать в крайности. Вот защищает или не защищает. Защищает, но не гарантирует. Да? То есть, если даже она защищает там, ну, в какой-то степени, это уже хорошо, да, меньше вероятность заражения. Вот. Маска должна быть обязательно медицинская или, возможно, сделанная из ткани, собственноручно? Не обязательно медицинская. Конечно, желательно, когда она медицинская, фирменная, да, но не обязательно. Вот. Почти любая ткань защищает в какой-то степени, в большей или в меньшей, защищает наши дыхательные пути. Нужно понимать, да, что маска или ткань, если ее использовать как маску, да, она может пропускать вирусы. Вирусы в свободном виде в воздухе, как правило, не летают. Они в воздухе появляются в виде аэрозолей, содержащих эти вирусы. Аэрозоли – это капельки жидкости. Да? Вот эти капельки, они не такие уж и мелкие. То есть они достаточно крупные, чтобы их могла задержать маска или там, другая подобная ткань. Можно ли здороваться, обниматься, вот рука об руку, сейчас все стараются там лишний раз не контактировать с другими людьми, действительно ли вот так легко, там, не знаю, получить заражение или вот какой-то вирус при контакте с другим человеком? Ну, сейчас настоятельно рекомендуется не здороваться за руку, вот, но, наверное, это не абсолютное такое требование, то есть, если уж поздоровались за руку, то всегда можно руки помыть, да, с мылом. Вот, и ничего страшного не произойдет. На что еще нужно обращать внимание? Вот в отношении рук, почему их надо так часто мыть? Ведь через руки-то не проникает вирус, да, в организм. Просто, как правило, человек, ну, там почти любой человек, да, непроизвольно для себя, незаметно для себя, довольно часто касается своего лица. Вот. И при этом вирус может попасть на слизистые. Он проникает в организм через слизистые. Через слизистые там, полости носа, рта, глаз. Вот чтобы этого не произошло, руки нужно, во-первых, мыть, а во-вторых, все-таки обращать внимание, чтобы руками не касаться лица. А не будет ли наоборот, если вот часто моешь руки, в том числе и смываешь, наоборот, там, не знаю, что-то важное, полезное, если там каждый час, каждые полчаса с мылом? Думаю, что не будет. Во всяком случае, можно пользоваться смягчающими кремами, ну и какими-то другими средствами для ухода за руками. Александр Александрович, в фонде, ну, может быть, кто-то перешел на дистанционную работу, но в любом случае контакт с людьми есть. Какие меры профилактики сейчас в учреждении? Меры профилактики, во-первых, издан приказ Фонда социального страхования, где подробно прописано,
какие меры профилактики мы должны применять, потому что мы работаем с клиентами. То есть это обеззараживающее средство, на входе мы разместили флакончики, люди при входе обязываем вытирать руки. Кроме того, сейчас будем закупать на каждый этаж фильтрующие элементы, которые нейтрализуют, скажем так, негативные элементы в воздухе через воздействие ультрафиолетом. То есть на каждом этаже вот эти приборы поставим. Полностью закрыться мы, к сожалению, не можем, потому что большинство наших клиентов как раз-таки это люди с инвалидностью. Мы можем им рекомендовать удаленно, конечно, подавать документы через сайт госуслуги, через другие формы. Но, тем не менее, полной изоляции от людей у нас нет. Мы продолжаем прием людей на местах, и люди приходят. Хотя мы при приеме рекомендуем им, конечно, пересидеть эту ситуацию, не выходя из дома. Не каждый просто инвалид может подать заявление какое-то, используя интернет и сайт госуслуг. Таких у нас, к сожалению, большинство. Это факт. Поэтому закрыться мы от них не можем. Тем не менее, конечно, проведены инструктажи с нашими работниками, как взаимодействовать, как мыть руки, как себя вести, маской, соответственно, и так далее. В голову приходит поговорка «не было бы счастья, да несчастье помогло». Получается, все эти ионизирующие лампы, дезинфицирующие средства, это же все останется в учреждениях. Никто же не будет эти лампы снимать, правильно? Конечно. Их также в дальнейшем будут использовать. Люди будут знать, как мыть руки, как носить маску. Ну, такие вот правила гигиены, теперь, мне кажется, любого ночью разбуди, он знает. В Ставропольской краевой психиатрической больнице даже запустили челлендж «как правильно мыть руки», да? Да. Это так. А где посмотреть? И вот такие, может, основные правила. Сколько по времени? Это ж не просто помыл, сполоснул и пошел. Ну, челлендж запущен по поводу мытья рук в быту. Да? То есть мы как бы излишне не загружали людей там мытьем рук в медицинском учреждении. Да? То есть так, как это делают медицинские работники. А в быту вот достаточно простого мытья рук с обычным мылом. Хоть с антибактериальным, хоть и с обычным. Вот. Но лучше с жидким мылом. Вот. И, конечно, эти привычки, на которые вот сейчас, которым столько уделяется внимания, конечно, они будут полезными и в дальнейшем в отношении профилактики любых, ну, или, во всяком случае, многих инфекций. Поддержать челлендж может каждый. В Инстаграм Ставропольской краевой психиатрической больницы, пожалуйста, присоединяйтесь. Начали дезинфицировать городские и краевые власти, в том числе и маршрутные такси, троллейбусы. Медперсонал протирает ручки, двери. Действенная мера? Да, она необходима. Конечно, потому что вирус передается, как я уже говорил, не только по воздуху, да, не только воздушно-капельным путем, но и так называемым контактно-бытовым путем, то есть через предметы обихода, куда мог попадать аэрозоль, содержащий вирус. Как часто, наверное, необходима обработка? Раз в сутки или каждые 2 часа? Может ли сам пассажир, допустим, проследить за работой медперсонала? Но здесь, наверное, нужно сказать так. Чем чаще, тем лучше, да? Ну, наверное, настолько, насколько это возможно. Я думаю, в завершении беседы, Александр Александрович, скажите, наверное, телефон горячей линии. Я думаю, что у некоторых ставропольцев остались вопросы по итогу сегодняшнего эфира. Где можно получить дополнительную информацию? Конечно, у нас, мы понимаем, что и работе, в ходе работы в новых условиях у людей возникают трудности к подаче заявления на электронную больничную. Для того создан единый контактный центр в городе Санкт-Петербурге и единый контактный телефон для получения консультации о работе в новых условиях. Этот телефон я назову. Он бесплатный абсолютно для всех. 8 800 302 75 49. И с мобильных телефонов, и со стационарных. С мобильных телефонов, со стационарных. Ссылка на заявление для получения электронного больничного размещена на сайте fss.ru.
поисковике можете набирать даже фонд социального страхования, там выскакивает как раз вот эта ссылка. Я думаю, все на главной странице. На главной странице, практически четверть страницы занимает эта ссылка. Я думаю, ее не составит труда там найти и пройти по ней на необходимый личный кабинет. Спасибо большое за встречу, за полезную информацию. Будем все вместе соблюдать правила профилактики и, ну, не диспансеризация, а дезинфекции, да, наверное. Спасибо большое за встречу. Спасибо. Ну, а зрителям своего ТВ желаю хорошего вечера и до встречи.